Борис Борисович, да. Добро победит. Некого побеждать. То есть оно везде. Так, понимаете, кроме Бога ничего нет. А Бог выше даже добра. Это факт. Если кончится день, нам останется ровно. Я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Колодца, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умей в своем прыть. Научись то бежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под вожжи. И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его, перепутав с Христом, и узнав об ошибке днем позже. Развитое искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит, имена. Если ты не виновен, то чья в том вина? Важно первым успеть с покаянием. Но ежели кто не еще, а уже, и душа как-то леве верхом в неглиже, то Вергилий живет на втором этаже. Он поделится с ним подаянием. Голоса любят, здесь тихо кричат. В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд. От напитка такого поэты не спят, не вздыхая от недосыпания. И в оправе глаз только лед и туман, но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьян. Это здешний каприз мироздания. Но глаза как рассвет. Ты не выход, но, видимо, лучший ответ. Ты уходишь, и я улыбаюсь. И до завтра мне скажет повешенный раб: ты не прав, господин. Я вспомню твой взгляд и скажу ему: ты перепутал, мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь. Спасибо.